Мы предполагали пока что, скажем, размещать как в нашей газете местные, так и на сайт. Но сайте бесплатно мы были, конечно, но в газете. Ну, пока, да, мы пока для печатной вот продукции, для СМИ вот эти деньги заложили. Потом нам рассказывали, мы сколько раз планировали размещать, там, раз в месяц, раз в неделю, там, раз, один раз в год в газету. Мне кажется, логичнее один плакат было бы уже города повесить, да, стоп наркотикам, чем в газете размещать стоп наркотикам. Во-первых, это мероприятие еще плановое, мы еще как бы опыта по нему не имеем. Будем смотреть, будем работать над этим вопросом. Послушайте опыт людей. Хорошо, мы учтем ваше мнение, вы нам направьте свое предложение. У предпринимателей очень хорошее понимание, где реклама работает и где она читается. Хорошо, мы будем ждать ваше предложение с экономическим обоснованием.